А, и ребот могу пытаться. Что, блядь? Это что за... А, это планета захваченная. Я могу начать там собирать роботов, которые вот эти ассимиляторы конченые. Отобрал планету, блядь. Даже не пытался, не хотел. Мы сейчас с кем-то воюем сами? Я, да, и у вас там сейчас у Гриши начнется. Ага. Я вою, ну, наша как бы гильда в выигранной войне против синтетов поехавших. Сейчас я просто немножко разберусь тут с планетами, можем стартануть. Колония, колония, блядь, колония, нахуй. Блять, где планета, где эти роботы конченые собираются? Кстати, а какой у этих роботов тип геноцида? Машин-то я могу уничтожать именно геноцид, геноцидить. Да, ликвидация, слышишь? Не, ну, обычной расы не могу ликвидировать, у нас запрещено, мы их просто выгоняем. А этих роботов восставших ликвидация. Почему мне этих роботов пытаются собирать? А, у меня, короче, есть разные роботы. Есть роботы, которых я конструирую, и роботы, которые к ним прилетали. И вот там, где было восстание, там по 10% населения этих долбоебов. Пиздец. А у меня нет роботов. Что? Я собирал роботов-пауков, где они? А! Я знаю, где мои роботы-пауки, нахуй. Там же, где мои планеты, блядь, бывшие. Разъебаны ханом, блядь. Ну, теперь по стандартному шаблону собирают говноробота мне. Похуй, ну давай соберем одного, поменяем шаблон и будем по-новому собирать. Ты что, испугался? Думаю, как, ну, у меня там куча роботов была, они пропали. Все, я дал искусственному интеллекту гражданские права. Я думал, они у меня стояли, но, видимо, нет. Я этого дал Тебе гражданские пизда, права. забей. Флот стяни просто. Все, погнали по Я флоте. просто, ну, я считаю, Еще что не. за месяц, там, или, грубо говоря, сколько до восстания, ты сейчас что-то поменял, тебе это уже, ну... Я думаю, этот переломный момент, который как бы затриггерил, а, восстание, он где-то гораздо раньше у тебя случился. Справа я сейчас веду войну. Там есть вот этот кусок. Я, скорее всего, мне нахуй не нужен. Вам кому? Кто-то хочет здесь? Три планеты можно забрать, еще что-то. Может, Я не могу забрать. я, Ты что возможно, хочешь? эти планеты, если они, ну, вы не заберете, я их освобожу и уничтожу Там станции. реально Это есть станет нечего вообще, как делать. бы, ну, не... Как объяснить? Короче, ничейный, скажем так, кусок космоса будет. Пока пусть ничейные будут, я не этим не точно. Еще такой Commencing вопрос. Ты seizure of planetary asset. Incoming transmission. мир-тюрьму так и не построил, да? Я Спасибо, Федь. построил. А? Я построил. Ой, а где, как называется? И сколько там сейчас Какая тюремщиков? разница? А, Ну, я филиал наверное, там мама. открою, чем быстрее. Где, как? Система. Подожди, 2 минуты. Я не А успею. зачем тебе даешь Либо мне сам это? поищи, либо... Зачем мне это? Омега планета называется. Да Потому что у планета. меня сейчас много слишком. Планета-то Омега, а в системе какой она находится? Тут же пиздец. Блять, а в поиске не работает? Ой, Вообще. ебать, поиски. Для что такой штукой? По Омега по-английски же, да? Да. Большими Не, буквами. не находит. Ну давай с шифтом. Не находит, Федь, извини. CSEYYAMA. Сияма. Planetary Сияма, Сияма. Да, согласен, что мод нужен. Нихуя, у филиал на 18, не хватает только денег. Сейчас откроем. Слушай, там хороший филиал у нас получается. И тебе, я так понимаю, вообще не накладно, да, что он там будет? отношением к ним Ой, всем, потом пожиратель просто миров забанят. голод. Пожиратель вновь вернулся за свидание, поглотил значительную часть населения к планете. Хотя нам удалось сохранить тайне широких масс наш договор с пожирателем, оставшись на планете реальности, с этим-то и сомнительно хватило понятный страх и гнев, и они требуют приличия, объясняли. Жаль, что так вышло, но это было неизбежно. Счастье минус 40 на планете. Вот бы он спиздил население с планеты, которая только что захватил вот этих роботов. Ну, хотя роботы ему, наверное, не нужны. Всю эту хуету. Ой, а кстати, а вот сейчас смотри. У меня есть пограничный сектор. Там сейчас нет губернатора. Я могу сейчас поставить и как-то сделать его независимым, просто Да. вассалом. Хочу, как, научите. Сектора открой, там будет. Но сначала надо туда чела закинуть, раз его там нет, да? Сделать его сектором. Да. Так, ну поздравляю, теперь... Кто там, давай.
ветеран армии, бывший нахуй. Теперь ты будешь лидером целой страны. Ветеринар армии. Ветеринар армии, да. Так, сектора. Где этот, блядь, ветеринар армии? Блядь, как называется сектор? Эпеканумет. Так, и чё, настройка сектора, да? Я не вижу, где тут дать независимость. Там кнопка, вроде такая есть, сделать вассалом. Блять, создать вассала. А, все, нужно находиться в состоянии мира. Ну, давай еще сделаем вассала. Типа, плюс стресса, плюс это, мне меньше геморроя, пускай сам ебется там. Ой, блядь. Дряхлые глупцы. Дряхлые глупцы. Лоха. Вообще не в тему. Помнишь, ты мне вчера говорил, там есть типа этот... Эти долбоебы находятся. Надо смотреть. Хаул Ресторис. Это же не те, кто рядом с нами? Мной рядом, справа. Стагнацион, нет, наши мои спят еще, слава богу, нахуй. Ты вот там, где я, и от меня справа просто вот пару систем. И вот они, Хаул Ресторис. Ты рассказывал, там типа был вариант типа засыпать портал камнями. Это что надо создать? Феодальное это... общество. Феодальное? То есть это то, что через вассала все? Феодальное. Так, а война идет тут. Как она называется, кстати? Без наеба и ребот вар. Кстати, видишь, даже не гильду, а именно, ну... Как бы неебри воюют. Армия этих захудалых, побужденных империй, она сильная? Ебейшая. Нет, у них там дохуя флотов по 100 тысяч, Артюха говорил, у них там в сумме 500 000 стоит. Это когда это они нет, спят. Это 500 000, когда они спят. А когда они просыпаются, они начинают клепать новое. Мне, в принципе, даже теоретических шансов нет. Да? Нет, нет. Если они тебя захотят, ты... Они... Ну, все. Мы не сможем тебя никак. Ни втроем, ни с Артюхой и Гором. Нам сейчас не хватит сил. Ну, очень сильно влияет, кто они изначально. Они спиритуалисты, шовинисты. Ну, характер у них какой. Ну, мне по ХКД шовинисты прокают, которые, типа, хотят все захватить, типа. Типа, у них позиция, типа, вообще всю галактику на колени поставить. И, ну, это вообще пиздец. Они именно, ну, они летают и хотят душить всех. Они приходят, говорят, или ты наш, или тебе пизда. И, ну, и человек говорят, не, я не буду вам подчиняться. Они просто стирают империю вот так вот и полгалактики заёбывают. Так и запишем пизда. Да, так и запишем пизда. И у меня вот два раза уже это прокало, и два раза никто не в ответку им ничего не противопоставляет, всем похуй. Ну, в смысле, вторая империя, она вообще поебать. Там полгалактики вот так вот. Своим. А нам чё, нахуй, ну и, блядь, чиним. Так, жилья нет, населения, блядь, нет, работы нет, нихуя нет, блядь. Понаделал, блядь, колонию. Мегапушка исследована. Гигапушка. Хуйня, это ваша гигапушка. Так, слава богу, что не наши. Да. Ну, у нас загадочные эти, я даже не знаю, какие они цели ставят, когда они возрождаются. Загадочные наблюдатели. Он бы наблюдатели вообще не могут быть проснувшимися, не? Как искусственный интеллект, этот хранитель, я не думаю, что он просыпаться может, в принципе. А, ты можешь, Егора, все эти закрытия снесть? Кого? Филиал. Влад, я посмотрел, кто эти древние. Блять. Амбициозные шовинисты. Пизда. Это ставьте паузу. Я могу закрыть, но у него очень сочный филиал, Федь. Это ну сколько он тебе дает? 27. Я и скомпенсирую. Но он же еще и ресурсы какие-то дает. Ну, скомпенсирую. А почему его надо закрыть? Что у него там пиздец, да? Ну, я не успеваю, типа, бороться там с преступностью еще. Ты хуй с ним, пускай растет, нахуй. Все равно в плюсе. Да. Не? Хуй с ним. Хорошо. Да похуй, если... Ну, у него, понимаешь, ну, пираты не захватят, блядь, планету. Он... Ну, будет немножко в столице беспорядка, я похуй. Наказан за то, что съебался. Если что, ты ставил паузу. Я? Нет.
Вот сейчас я, блядь, хотел отжать и поставить. Не могу сразу, короче, встать на колени и... Жди. Они могут у меня... Они могут не сразу начать всех душить. У меня было так, что они, короче, проснулись, ну, и начали первым делом строить художественную мегакомпозицию, я хуй знаю. На серьезных этих, типа, они, ну, мне пишут сообщения, они никуда не идут, вот шовинисты, они сидели, дрочили у себя там сколько-то лет, и потом сообщение, типа, построено мегасооружение, смотрю, вот эти пробудившиеся шовинисты строят у себя мегакомпозицию, а потом такие, ну, как бы памятник мы построили, пора его разъебывать. И только они... Цель, построить памятник и разбить. И дать пизды, и памятник, да, уже построили. Вот, и когда они начали разъёб устраивать, там прилетел рой, и они как-то тоже... Как-то вот у них там перестали вот эти вот разъёбы идти. Начал рой просто всех ебать, на самом деле. Слушай, а хороший пограничный сектор получается. А, даже два. Действительно надо делать было вот так вот, нахуй. Вассалов, чё, круто же. Подожди, как круто. На самом деле, очевидно же, намного больше профита, если это просто твоя, типа, империя, да, и ты сам контролишь, сам все ресы, все получаешь. Волнение достоверных источников. Station under assault. И мы два капсиоников. Высадить войска, нахуй. Я даже не чекаю гарнизон планеты, думаю, ну никто не устоит там. Ну не могут они устоять перед этим всем. 500 гарнизон, ладно, эти подготовились. А кто ускорил все, нахуй? Вы что, охуели там? Я ускорял. А дальше? Дар снижения стоимости обслуживания. Прибыли стоило государства, ладно. Я не... Чё? Это беженцы вот от тебя прибывают. От меня? Невозможно. Ну а не может у тебя где-то просто есть раздроблено, нет? Или прям там государство написано? Ну, написано раса прибыль из государства. А ну раса нам... Они когда у меня все ломали, беженцы убегали у меня, могли жить где-то в другом месте, и сейчас там что-то могли разъебать. Не знаю даже, что сказать. Я не собираюсь воевать против пробудившейся империи вообще никак. Смысл? Пока нет. Потом это того будет стоить. К тому же они скорее сами к тебе придут, такие FBI опнав. Ломайно полностью, да? А ну, кстати, а нахуй мне твой робот? У меня во флоте аватар есть. Он же, наверное, еще жестче твоего робота там по этим, по статам. Commencing seizure of planetary asset. Ух, нихуя у них тут армия. Психи ебаные. А мой аватар нахуй в резерве? А мой аватар в резерве, блять. Да выпусти его, нахуй. Да выпусти его, что за генерал, блять. Во, нахуй, ёбка пошла, дебил, блять. Аватар бы скинул одного, он бы всю армию разъебал. Нет, он, блять, слил кучу псиоников, нахуй, а потом так, ой, ебать, пора аватара в дело пускать, блядь. Государство, ребот, ху... А, нихуя. Тоже какой-то хаб. Так, а вот теперь, пожалуйста, вот сейчас надо вообще паузу. Еще, возможно, сейв. Я могу, короче, попробовать с ними улучшать отношения и даже пригласить их в федерацию, но они амбициозные шовинисты, мне кажется. Они тебе скажут, слышь, ты, блядь, падаль нахуй, грязь из-под ногтей. Ну, в смысле, они так скажут. А я могу как-то сектора по-другому перераспределить? Нет, там очень кривая система в каком-то смысле. Она сама рассчитала, куда какие системы... Да, блядь, паузу, сука, я ж попросил! Парни, ну что за банманы? Манеры, блядь, сейчас. А системы, которые не выделены, они типа вообще в сектора не отходят? Не знаю, может, чего-то не хватает. Я, короче, пока не понимаю, что я вижу на карте, блядь, сложно. Блядь, у меня... Что-то не скрипнет? Нет, у меня появились кибернетики.
Мы псионики и кибернетики. Ну, круто. Я сейчас, сейчас мне надо еще кое-что. Я могу сам этот проект запустить по переделыванию всех. Пойти мне в государственный раз. Так много проектов? Это мне прям даже страшно за колесико. Применить шаблон. Да. Применить. Я, короче, сейчас еще плюс баф фри. Спасибо, нахуй, восставшей империи. Ой, восставшему ИИ. А, так, теперь. Я вот... Блять, сейчас, ладно. Парни, время. Нужно время. Так, можно паузу на секунду отжать? Я сейчас хочу глянуть, что случилось теперь. Так, они у меня исчезли. Так, теперь я могу с ними общаться. Привет. Привет. Верность, отношения растут. То есть они даже довольны тем, что они подо мной ходят. Даже нет мыслей как-то со мной притирочки-хуирочки. Они наши подданные. А они мне как? Они также платят дань, равно 25 добычи за их месяц энергокредитов. Только энергокредитов. Минералы они не платят. Да, а у меня были другие данники тогда. Но там, видимо, другой принцип был. Сбора дани. Надо же, ебать, как все охуенно-то получилось. Все. Правда, какие-то системы непонятно остались. Мои, блядь, посреди этих секторов. Ну да похуй. Так, предложить торговое соглашение. Я даю Егору минералцы. А одолжение я могу? Да, могу, нахуй. Сюда, нахуй. Вот так вот, 6 одолжений. Не, ну а хули, правильно? Чтобы было. Так, Федь, я хочу филиал. Делай. Где? Забыл. Где хочешь? Сияма, Сияма. Сияма. 19? Что-то на японском. Неплохо. А как тут преступность минус 25, преступность плюс 100? Чего? У меня губернатор получает черту гибкий. У меня на всех планетах какой-то пиздец. Надо что-то строить, я не знаю, что строить. Ну, в смысле, я как-то, ну, миры не разделил. Это для того, это для этого. А надо бы. Деревенский верно опустошен на этой, блядь, планете. Идеально, блядь. Каким темпом у меня будет плотно-плотно усиливаться. Плот. Блядь, нормально, блядь. Сейчас бустану его. Я буду рад, слишком сильно бустанул. Буду готовиться. Ждем, а готовимся. Хочешь мира, готовься, кони. Сивиспаса парабеллум, по-моему, так, да? Кто-то золотым шарит? Конечно, блядь. Так. Каждый день для латыни разговариваем. Да, чтобы не забыть. Бля, меня учили, но я плохо учился. Супернал. Да. Помню только... Вот точно помню, по-моему, блядь, сейчас. Дура лекс, сед лекс. По-моему, это закон, есть закон, по-моему, что-то такое там. Очень такая фраза, что закон есть закон, блядь. Я думал, хоть ты лопни, хоть ты тресни. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. А закон на первом месте. Да. Так, воды надо обратно водить, надо станции строить, надо то, надо сё. Нахуй сплавы все уходят, это хорошо. Надо построить несколько миров, нахуй. Исключительно, блядь, литейных. Судя по тому, какой пиздец скоро будет. Какой пиздец обычно происходит, даже так скажем, да? Офигеть, а что ты против? Вам надо проголосовать? Я могу... Что вы? Что? Незначительные исследовательские санкции? Так против вышел, блядь. Кто на это согласится вообще? Вообще-то вдуматься, да? Исследовательские санкции. Чего? Там сейчас на очереди аннулируют резолюцию помощь падшим. Там какие-то, блядь, спируталисты, да, против этого? Так, ну, конечно. Голосовать, да? А, за. Так, подождите, ребята, я у вашей федерации? Очевидно, да. А что не так? Где мое окно федерации?
Справа? То есть галактическое сообщество, а федерация куда-то пропали? Да, слушай, его нету. Я вижу. Федерация ёбарь. Там... слушай, Гриш, тебя нет. Из-за того, что ты стал под империей ходить, да. Ты ее покинул. Там сейчас, кстати... Почему нас там, там... Нас там четверо сейчас. Два моих... Ну, вот эти... Два моих вассала теперь тоже там ходят. Так, а у нас экспа в пизду пошла. Так, закидываю. Геран завершает проект Колосса. Версию не души. Кстати, а где мой проект Колосса? Я вот его как-то видел, но надо его сделать. Без Колосса, блядь, вообще... Будет. Там нужно... Верфь? Тебе, короче, или мега-верфь строить, или на станции. Надо ее много раз улучшить, и появится вариант сооружения, типа... Сборная, не, типа, для Колосса или там. Начало мне нужна технология. А, тебе технологии нет. Все, тогда вопросы. Нет, у тебя точно технология была? Это вроде в единство. А, Колосс в единство, а потом технология, наверное, не? А, точно, точно, я ее увидел. Все, я понял. Ну, блядь, лица. Ну, по ходу дела. Я у тебя, кстати, филиал открыл, я что-то не спросил, но ты говорил похуй, типа. Да? Да, у тебя. Да. Я там две свалки строю, плюс эти нам будут. Роботы вообще не будут. У меня везде вроде ноль. Так в этом может быть и минус. Рели привезли наркотики продавать кому, блядь. Дебилы. Дебилы. Филиал дебилов. Интересно, как мои чичили бонкеры, они открывают филиалы где-то? Полюбажно, да? Ну молодцы, там лаборатории строят, отстраиваются. Филиал на первом месте, да. Так, наверное, есть смысл сделать один мир, блядь, деревню ёбаную. Ну у меня убер дохуя сейчас планет, они сейчас все начнут расширяться, и нам явно в какой-то момент просто еды перестанет хватать на всех. Ой, это что было вообще? Со стула ёбнулся. Не, у меня в ушах, знаете, типа USB disconnected. Киберпанк происходит, флешку, да, уже себе за ухо там представляешь? Произошел киберпук. Так, где ближайший научный корабль? Нет, этот слишком важный. Вот ты нахуй. Бля, где ты Коминополис построился? Не могу найти где. У тебя? Да. Построил, не знаешь где. А еще мой филиал дебилов, да? Пакет с орешками, блядь. Проебать меня мегаполи. Блядь, замеченный пирог. Арсюх, я тут ни при чем, честное слово. Да, блядь. Залупа, ебаная, тут летает. Мы с ними не сотрудничаем. Блядь, мне нужен мир бюрократов еще. Сука! А у нас такой есть. Вне закона. Как там все эти проявляют? Шовинисты, где они вообще? А вот они. Хавол Ресторс, да, они там начали разрастаться. Улитки вот эти? У нее еще видел во рту? У нее сено вот это, колосок во рту. Или мне кажется. Филиал на этом, на примитивном мире мой так и стоит. Вот чел охуеет, выходит из примитивного. Этого у них уже филиал тут открыт. Они такие, нихуя себе, здесь оперативно работают. Смотри. Моя экономика. Минус 203 кредитов. 35 минералов. Плюс 45 пищи. 155 товаров. Плюс 282 сплава. Ну хоть голодать не будете. И вилки есть, из чего делать тоже. Так, у челов отношение ко мне растет, они мне верны. А сколько я получаю с них вообще, интересно? С налоги с подданных? 144 кредита, кстати, слушай, ну нихуйски они башляют мне. Да, и сами себе там что-то варятся, как это, мотаются, кайф. Кто объявил Егору войну и почему? Не знаю, ну, в смысле, на притязание, очевидно. Какие их требования? Я не могу, извините. В смысле? Ну, помочь ему.
Вообще могу. Да, ремонт кораблей. Да. Не прокнул. Но я могу отправить один флот корветов 8-6 тысяч. Да не, пофиг, просто войну объявим и все, я сам полечу. Пацаны. Так дайте... А, ну Егор не хотел. Добавили что бы Егора в это гамо. Что делать с империей, которая вот через одну клетку, через меня? Терпеть пока. Мы не можем с ним воевать. Терпеть. Поэтому... Ну или я хер там, блядь. Я флот потихо строю, но он еще... Гриш, вот хан был возле меня, да? Я помнишь, что я сказал? Я сказал, я не сдамся. Что он со мной сделал? Выебал. О, выебал. Ну как сказать? Я еще, блядь... Ой, блядь. Без наебалого все помнит. Геран? А почему? А, ты воюешь с ханом, что ли? Бывшим. Блядь, ну... Бывшим. Вовремя, ладно, дошло за тебя, блядь. Блядь, что ты не сказал? Уже полчаса воюю, нахуй. Я тоже хочу. Вот, смотри. Получив анонимное сообщение, силовики на планете Омега ворвались в большой склад на окраине столицы. Внутри они обнаружили значительные запасы контрабанды, которые, по-видимому, здесь хранила местная преступная организация. Не трогай! Были проведены аресты, а конфискованная контрабанда теперь безопасно хранится на государственных складах. Так что все окей. Кстати, если что, мне дали 10 темной материи. Ты что, блядь, что-то скажешь? Я там, блядь, контрабанд при темной материи закидываться. Тебя в такой блэкхол уносит. Блядь, наторгуйте кто-нибудь, пожалуйста. Чего тебе нужно? Товар массового спроса, у меня минус 81. Да Федя, блядь. А что не так? Закрылся филиал. А, зато да, филиал на тюремном поселении просто 83, нахуй. Ебать, он там высирает, как не в себя. Слушай, может, ты еще пару таких поставишь? Тюремная вроде только она может быть. А, да? Да. Подозреваю, что так... Бать нахуй клон моды, блядь, ёбари. Ни одна армия, блядь, разъёбывает уже третью планету. Клоны просто? Или геномоды? Геномоды. А, ну геномоды ёбари. Клоны, они просто, они то же самое, что твои обычные, но дешевле, по-моему, не? Производство. Я не знаю, у меня их... Так, Арсюха, а ты не помнишь, что будет, если пожирателя звезд изучить? Если у тебя, в принципе, преступности ноль везде, то смысл тюремного мира вообще? Особо. В натуральном мире она будет не ноль. Ну, у меня-то не ноль, как бы, понимаешь, у меня синдикаты тут повсюду. Ой. Это нежелательный элемент. Уважаемая корпорация ведет свою деятельность. Черную материю, блядь, на планете формируют. А че, говоришь, ты хочешь себе? Я могу открыть. Да что я говорю? Ты открыть? Филиал? Давай, блядь. Ну, его, конечно, брудом просто, если он дорогой, давай, открывай, как раз расстроишься, наверное, количество денег. Вот я же на 10 тысяч лет от тебя нахожусь. Выгодно вообще будет открывать меня филиал? Ну, от планет зависит. Есть просто такие планеты... Открой и все. Да. Есть такие планеты, где настолько выгодно открывать, что еще похуй, блядь. Нуля, он... блядь, там даже дроп-поды летят, нихуя себе. Ты посмотрел мои планеты, нашел, есть у меня такие? Там, ну, в столице, очевидно, надо в первую очередь чекать. Там, где дохуя народу у тебя есть, вот 103. Там ебейший филиал, но... У меня везде дохуя народу, я так скажу. Ну, из-за расстояния умножается, да. Мне чуть-чуть, честно, надо будет копить. Я могу, ты что, мне тебе открыть на столице его? Если хочешь. Блять, губернатор заторможенный в развитии, тебя не смущает? Торговец анклава, приглашен из одного независимо торгового анклава, блять, с заторможенным развитием. Не, ну бывает. Кого там нанял, блять? Знаешь, это как Ubisoft нанимает, там, черномазых, там, блять, лесбиянок, блять, проституток всяких. Ну, у тебя вот так же, дебил. Главное, знаешь, кто дебил? Тот, кто этим всем управляет, или тот, кто его, блядь, пригласил и поставил всем управлять? Ну, это уж ты смотришь. Нихуя у меня челы ушли, блядь, они нахуй уже везде филиалы пооткрывали. Психи ебаные.
эти шарики, значит? Самому уже негде открывать, ну, блядь, представляешь? Наебенько ли, как не в себя. Смотрю, тут филиалы, главное, смотрю, что так выглядит, как, ну, знакомо. Людей, да? Да, потом оба, блядь, это же эти челы мои. Это же мой филиал. Это же, да, филиал моего филиала, блядь. Сука, у меня еще колония не колонизированная, там уже безработица. Сразу должно возникать сообщение типа... Колонисты такие. Колонисты-роботы такие. Тут все само, типа, работает, делается, нахуй. Хули нам делать без работы, да? Ой, бля. Что-то я у тебя попросил товары массового спроса, как будто мне их не даешь. Из музыки сижу. Могу кинуть нормальный NBA, короче, игру. А ресурсов кинуть можешь? Нахуй пойти. Киберказахи жадный пиздец. Ну да, сейчас предложение тебе кину, ты его можешь рассмотреть. Я бы стать вассалом, блядь. Жалко, там типа нельзя еще этот сообщить. Я, блядь, у тебя ресурс. А, ты моим вассалом станешь, чтобы ты мне ресурс отдавал. Звучит хайпово, да. Нет. Ну а хули. Ну а хули толку, я ж тебе ресурсы буду давать, не какой резон с этого. Более ты не сможешь кинуть, потому что я, ну. Не бей. Нет, смотри. Нет, короче, потому что я... подо мной так, чел, я сам уже как. Идеально, смотри. Я дал, вперед, короче. Да? Делаю тебя своим вассалом и отдаю тебе ту часть, которую ты даешь ему. Сам понял, что сказал? И нахуй. Ну, процентную, как бы, поддержка. А смысл, я в нуль, ну и в нуль выйду обратно. Да-да. Ты как бы его вассал, он тебя защищает, но ты ему ничего не платишь. Кого от кого еще защищать надо, блядь? Да там киберказахи вообще похуй. Не знаю, они когда под ханом ходили, я их только так в путь ебал. Ну, не Арсюхина, а от хана были. Сколько тысяч лет пришло? Да, да, сколько тысяч лет. Дед от инсульта уже еще, блядь, 100 лет назад откинулся. Блять, какой тут идеальный мир охуительный, он, блядь. Как увидел филиал. Кстати! Кстати! Есть очень интересное заманчивое предложение. Не хватает планет, чтобы расселить выросшее население. Нету места для курорта. Ваша раса не приспособлена жить, блядь, в радиоактивной пустоши, нахуй. Есть выход. Его-то как раз-таки приспособлены, блядь. Ну похуй. Не суть. В радиоактивной пустоши можете идеальные миры делать, ты охуел? Есть выход, блядь. Корпорация без наебалова занимается терраформированием, блядь. Дешево, быстро, нахуй. Любой мир в идеальный мир, нахуй. Звоните. 8-800-555-3535. С промежутком в 3-600. Ты видел, сколько у меня раз, блядь. Без... Хаис, нахуй. Давай, сейчас скажу, сколько мне раз. Без наебалово, только два, честные три, сделки. Это, нет связи, три, до свидания, наигрались. Ну, сука, блядь. 9, 10, 11. Задудосили.